какие у вас планы на лето? На лето? В саду работать. Отдохнуть от учебы. Аналогично. Планы у меня на даче работать. И все. Можно поработать, спать. Отдохнуть, на юг съездить. Я поеду на юг с внучкой. Да, у нас дача. Выход на пенсию меня ожидает. Адлер. Едем в Адлер на наши курорты. Посмотрим, как. У нас, наверное, никаких. В связи с погодными условиями, не знаю, как будет. Если будет тепло, то будем загорать. Дома огород, дети, внуки. И все, семья. Отдохнуть от сессии, наверное. Больше никаких. У меня летом в планах лечь в роддом и родить ребеночка. Отдыхать, наслаждаться этим прекрасным мгновением, проводить прекрасное время с дочей. Хотелось бы, конечно, тепла, но его почему-то у нас нет. А море? Тоже на море. Если поеду, то в отпуск где-то прям вот неподалеку поеду. Где-то в Полоцком регионе даже, скорее всего. Отдыхать, загорать. И купаться. Какие планы на лето жить? Я недавно ушла на пенсию, поэтому буду учиться жить.